4100 новых рабочих месцаў павінна быць створана ў гэтым годзе ў Магілёўскай вобласці. Алгарытм дзеянняў для рэгіёна зразумелы, узмоцнена будзе праца па інвестыцыйных дагаворах, развіцці малых гарадоў. Яшчэ адзін рэзерв паўднёва-ўсходняй тэрыторыі, дзе створаны льготныя ўмовы для вядзення бізнесу. Самая вялікая нагрузка па стварэнні рабочых месцаў у Магілёва і Бабруйска. Прыярытэт асобным сферам эканомікі не аддаецца. Галоўнае – новыя месцы на новых прадпрыемствах і новых вытворчасцях. Задание напряженное, но вместе с тем я уверен, что при таких условиях, при таких преференциях, которые дают и указ 235, вообще настрой на местах кадров говорит о том, что мы, в принципе, справимся с этим заданием. И уже на это есть положительные примеры. Невеликой вытворчести у Славгороде усяго несколько месяцев. Тут вырабляют мясные полуфабрикаты. Сёлета створено 12 рабочих мест. Хутка их может стать еще больше. У цеху плануют заняться и глубокой перепроцовкой. Фарши, копченые колбасы, сыровяленые колбасы. Естественно, это даст возможность увеличить еще наше предприятие, увеличить количество рабочих мест. В дальнейшем это может быть 50 и так далее и подобное. То есть это уже маленькое сельхозпредприятие. Прадпрыемства ўходзіць у праграму па развіцці паўднёва-ўсходніх рэгіёнаў. І такіх бізнес-ідэй, якія падтрымлівае дзяржава, ў раёне немала. Яшчэ два праекты – аўтасервіс і выпуск сродкаў гігіены – на пагатове. В настоящий момент у нас сфера торговли заполнена полностью. У нас идет развитие в сфере услуг, но за счет создания частных предприятий. И, конечно, желательно, чтобы у нас больше развивалось производство, для того, чтобы люди не уезжали в другие районы. Хочется, чтобы оставались дома. За первый квартал года на Могилевщине уже появилось 760 новых рабочих мест. 600 из них менавіта на новых предприятиях и новых вытворчествах. Алиса Рыбалка, Миколай Соболев, Новини Регион.